Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Леонтьева. Я оперная певица, вокальный педагог и телесно-ориентированный психолог. В своих занятиях по методу Анны Розинг, и это очень необычный метод, хотя для меня он уже стал очень необычным, потому что я 15 лет уже так преподаю. И, честно говоря, сейчас уже не понимаю, как можно пение преподавать без этого. Оно связано с физиологией, с анатомией, с психологией, и получается, что занимаясь чем-то одним, мы занимаемся сразу целым комплексом, понимаете, комплексом вещей. Например, исправлять осанку. Нам говорят держать спину. Надо держать не мышцами спины, надо держать мышцами, косыми мышцами грудной клетки и абдоминальными мышцами. Таким образом, наоборот, расслаблять спину, чтобы была правильная осанка. Это тоже то, что я рассказываю, да, на своих уроках. Как правильно дышать в спину, вот, и что дыхание в спину, оно, например, влияет на наше состояние стрессовое, что и можно снимать стресс, да, но это к тому же идет и опора певческая, вот, и что это такое, то есть как снимать зажимы челюстно-лицевые, гортанные зажимы. Вот это все я вам буду рассказывать, и это связано не только с физиологией пения, это связано еще и с психологией, то есть человека открывается дыхание, говорят, дышать полной грудью не совсем правильно, дышать надо не только грудью, дышать и спиной надо, и в результате получается, что человек и дышит более свободно, и управляет своим психическим состоянием, и учится управлять своим голосом, что дает совершенно другое, ну вообще какой-то другой аллюр по жизни. Ну, это очень маленькая толика того, что я могу вам рассказать про это, а все остальное вы услышите на моих вебинарах и мастер-классах. Приходите, буду очень рада. Всего хорошего.